Если вдруг вы не успели поступить в ВУЗ на этот сентябрь, то у меня для вас есть прекрасные варианты, куда еще можно успеть. К тому же все эти варианты учебных заведений находятся в Испании, Германии и Швейцарии. Особенность в том, что обучение начинается в начале октября, и пока мы будем делать визу, к обучению можно приступить в онлайн-формате. А после получения визы вы прилетаете в выбранный вами город, Барселону, Мюнхен, Женеву или Монтрё. Учиться можно как на бакалавре, так и на магистратуре с большим выбором бизнес-специальностей. Английский необходимо знать на хорошем уровне, так как учеба проходит именно на нем. Переходите по ссылке, чтобы узнать все детали или задавать интересующие вас вопросы, мы всегда рады на них ответить.